Советский и российский композитор, народный артист России Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет. Гладков родился в 1935 году в Москве в семье музыкантов. С детства занимался музыкой. Во время учебы в Московской консерватории в 1961 году написал музыку к спектаклю «Друг детства» театра «Современник». Тогда же начал работать для кино. В 1965 году выпустил свою первую пластинку «Волшебник изумрудного города». Геннадий Гладков – автор музыки к популярным фильмам, мультфильмам, спектаклям и мюзиклам. Получил широкую известность после того, как в 1969 году вышел мультфильм «Бременские музыканты», композитором которого он стал. Гладков работал над продолжением мультфильма «По следам бременских музыкантов», где также спел партию «Глупого короля». Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как «Малыш» и «Карлсон», «Голубой щенок», «Как львенок» и «Черепаха пели песню», «Ну погоди» и многим другим. Музыка Гладкова звучит в фильмах «Джентльмены удачи», «Точка», «Точка», «Запятая», «После дождичка в четверг», «Человек села бульвара Капуцинов», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити».